Это да и куда и это я? Вот такие.
Время вместе проведем. Зачем? Ты знаешь, мне надо тебе кое-что очень важное сказать. Я ехал на дачу, и вот что я обнаружил. Какой-то дед издевается над ребенком. И я сделал вид, что ничего не видел. Я узнал, куда он его повез, и отправился за ним. И он его привез в очень странный дом. Я поставил машину и на всякий случай взял пистолет. Нашел поближе, чтобы подслушать их разговор. Теперь ты будешь жить со мной. Кто вы такой? Отпустите меня! Нет, теперь ты мой сын. Мальчика нужно спасать. Садись в машину! Так, нужно валить, они куда-то собираются. Даже этот психопат его везет. А везет он его в деревню. Вот только зачем? Так, они вернули во двор. Интересно, что он задумал? Сегодня ночью ты украдешь эту машину. Так, видимо, возвращаются домой. Скорее всего, он будет пользоваться этим мальчиком. Я приехал ночью, и они уже собираются. И они приехали воровать эту машину. И теперь у меня есть шанс спасти мальчика. Теперь злой психопат умер, и я спас этого мальчика. Мы сели в машину и отправились в полицейский участок, чтобы найти его родителей. Сына, дай мне сейчас попить. Тебе фанту спрайт или водочки налить? Тебе что, с кулака лицо разбить? Кажется, сейчас мне пора валить. Эй, иди сюда, смотри, попит. Ля-ля-ля-ля-ля. Ай, у меня болит. Сына, да. Пап пьет колу. Мама. Младший ребенок. Средний ребенок. Старший. Папа. Пап пьет колу. Мама. Я не понял. А где моя гитара? Ну мы ее продали. Вы что, сумасшедшие? Зачем вы это сделали? Да не кричи так, сейчас покажу. Мы купили компьютер. Какой компьютер? Зачем он нам нужен? Ну как, в КС-ку играть, там, в Доту, в GTA. Какая КС-ка? Какая GTA? Вы что, забыли, что мы хотели стать лучшей рок-группой? Конечно нет, мы все помним, поэтому на сдачу купили укулеле. О, а что это вообще такое? Дай посмотрю. Неплохая вещичка, но чтоб гитару завтра мне вернули. Ага. Я не понял, а где моя гитара? Ну мы ее... Это что, кабачок? Да, кажется, это он и есть. Что он делает здесь, посреди леса? Не знаю, Ян, давай спросим. Эй, дружок кабачок, что ты делаешь здесь? Кажется, он не хочет отвечать. Возможно, он просто не может. Если человек что-то не делает, не значит, что он не может это сделать. Да, но это не человек. Это кабачок. Эй, смотри. Кажется, он рожает. Но что может рожать кабачок? Кабачковую икру. Так вот, как ее добывают. Попробуй ее. Улька-пулька! Дядя Димыч! О, ты не улька-пулька! Как это я не улька-пулька? У меня есть розовая шапка и хипс. Любит, не любит, не гадай на ромашке. Глупая моя ты, очаровашка. Что? Дим Димыч, мы с Настей просто хотели тебя разыграть. Ну да, вот и шуточки у вас. Улька-пулька! Да, Дим Димыч.